Ремонтируют дороги, проводят водопровод, строят новые дома. Село Налобино Кызылжарского района начало преображаться в последний год. Сейчас там проживает почти 950 человек. Как условия сельской жизни приближают к городским и о чем просят налобинцы, узнала наша съемочная группа. Конечно, тогда приходишь с работы, берем флягу, две фляги, зимой сугробы. Идем 300-400 метров, проходим до колонки, набираем воду, зимой холодно. А летом требовалось 9 фляг для огорода. Еще несколько рейсов до колонки нужно было сделать, чтобы постирать. Эти неудобства в доме семьи Нагытай остались в воспоминаниях. На днях подключились к разводящим сетям. Колодец поставили прямо возле меня. Это хорошо, повезло мне. Сразу установили санузел, стиральная машинка в первую очередь, потом раковина, моемся. Унитаз, то есть септик на улице. Довольны, супруга довольна, стиральная машинка. В будущем идет ремонт дома. Сделаем, как в городских условиях. Городские нам будут завидовать, у нас чистый воздух. В селе Налобино 371 дом, в 200 из них вода есть в доме, остальные тоже имеют возможность подключиться к водопроводу. Лучше стали и дороги в Налобино, говорит Сарбай Балкашев. Пенсионер в это село переехал 30 лет назад. Все это время с семьей живет на улице Аэропортовской. Впервые видит здесь такой гладкий асфальт, а не стиральную доску, которую называли дорогой. Отремонтировали 650 метров полотна. Внуки Сарбая Балкашева вышли сегодня опробовать новый асфальт на велосипедах. Конечно, под пристальным взором дедушки. Тест-драйв прошел успешно. Новой дорогой и дети, и автовладельцы довольны. До этого был асфальт, они все разбитые, пробитые. Вот, большегрузные машины ходили. Сейчас асфальт положили. Акимат сказал, чтобы большегрузные машины не ходили. Главное, ограничение скорости, чтобы. А то наши есть молодцы, но асфальт хороший, и машину на всю катушку пускают. Теперь сельчане просят о дороге к самому населенному пункту. Она разбита не первый год. Из-за этого каждая поездка в Петропавловск и обратно – испытание и для автомобилей, и для водителей с пассажирами. Все жалуются на эту дорогу, пробивают шины, бьют машины, бьют стекла. Это которые передние, это камни летят. Но решить проблемы с этой дорогой район акимат не в силах. Трасса региональная, остается надеяться на финансовую поддержку из областной казны. В целом село Налобино развивается. Сейчас в нем проживает 947 человек. Отток населения с каждым годом уменьшается. В этом году для улучшения жизни сельчан вложили 26 миллионов тенге. Развивать село будут и в следующем году. Мы хотим продолжить работу по текущему ремонту асфальтированных внутрипоселковых дорог. Есть у нас сметы на ремонт грунтовых дорог, это способом щебневания. Также у нас есть смета на спортивную площадку. А еще в Налобино строят жилье для переселенцев. Возвели вот эти три просторных дома на берегу озера. В следующем году сюда заселят приезжих южных регионов страны. Пригласят востребованных для села Налобино специалистов. Агирь Мукашева, Михаил Казначеев, новости МТРК.